Итак, команда «Знак» постоянно мешает нашим планам. Нужно раз и навсегда разобраться с ними. Какие у вас есть предложения, профессор? О, да, уже как раз есть зловещее изобретение. Это страшный ребенок. И это ваше изобретение? Вы это серьезно? Это ваше изобретение, док? Нет, нет, нет. Это не мое, это его. Твое? А? Мое? Да, его! Ты почему расстраиваешь лидера? А? Ну это же не мое, это же не мое! Это больше не повторится, лидер! Я все равно жду от вас идеи, как расправиться с командной знак. О, эй, ты! Иди сюда! Иди, давай, давай! Говори идею! Ну, мы можем подбить команду духа знака! Чего? Это разве идея? А это идея. Да, это я вам подсказал, лидер. Да, да, это идея. Что, моя идея? Лидер, мы просто уничтожим их командный дух. Мы просто их размажем по стенке. Молодцы, действуйте. И потом доложите об успехе. До связи. Да, да, лидер. Ты еще здесь? Ну-ка, давай, быстро. Куда я выполняю? Как же холодно. Очень, какой дубак. И не говорите, дома скучно, а на улице мороз. Я ног не чую, шарф вообще не греет. Можете взять мой второй плед. У тебя было два пледа, пока мы мерзли? Нет. А это что тогда? Второй плед. Ну значит у тебя два пледа? Нет. Да что ты нам голову морочишь? У тебя было два пледа, один ты нам отдала. Да нет же, у меня не два пледа, у меня тут их... штук пять. Чего? Тебе конец, иди сюда. Давай, давай, двигайся быстрее, Сергей. А, я тебя убью! Давай, давай, попробуй. Все, 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 подходите только сегодня, супер прятки и супер приз. Ух ты, приз. Прятки я люблю. Стойте, вам не кажется это слишком странным? Не поняла. Ну супер. Так, главное, что он не знает, что я тут. Я смогу их прикрыть. Иди сюда. Ну зашибись. Я не отниму много времени. Вы же хотите стать супер-искателями в прятки и получить эту супер-награду? Ух ты, награду? Награда, пошли. Стойте, стойте, денежный приз. Кто-то сказал денежный? Это все фигня, я домой пошла. А вот и доброволец, пойдем. Пойдем что-нибудь искать. Ух ты. А вы можете сделать так же, только навсегда. Так, но нам не хватает для предок третьего игрока. О, смотрите, это же доброволец. Вот этот незнакомец будет третьим, да-да. Идите сюда. Че? Я говорю, незнакомец. Где? Ты незнакомец. Я незнакомец. Я тут проходил мимо, смотрю, играю. Думаю, вот это я буду играть. Я не знаю того человека. И вас не знаю никого. Потому что я незнакомец. Все, остановись. Так, вы готовы к игре? Кто быстрее найдет в прятках? Сзади вас три контейнера. В них спрятана ваша подруга. Как я здесь оказалась? И почему я связана? Что-то тут нечисто. Так, вас трое. Кто ж найдет первым? Так, первый пойдет... Нуб! Я нуб? А что это такое? А следом потом пойдет профи! Я профи. И хейтер. Кто? Пошутил, незнакомец. На самом деле хейтер. Давай, ты нуб. У тебя одна попытка. В каком контейнере ваша подруга? Ну, попробуем надежный метод. Эй, Ксюша, а ты где? Ксюша, ты тут?
А, я знаю, где она. Ксюша, ты здесь? Ну, странно. Не сработало. И это все, что у тебя есть в арсенале? Ты тут, ты тут. Нет, есть еще одно безотказное средство, но я его применяю редко. Но ты меня вынудил всем отойти. Эньки-беньки, ели вареньки, эньки-беньки, клец. Там! Это странно, точно тут? 100%. Ба-бам! И тут никого! Блин, а ну как так-то, а? Считалочка не сработала. Ничего, в следующий раз повезет. Теперь моя очередь. Очередь профи. Холодный металл. А значит, Ксюша выделяет тепло. Значит, мне тут поможет тепловизор. Так вот в этом! Так нечестно! Ты же профи! Ладно, открываю. Ты угадала, она здесь. Фух, вы меня нашли, ура! Идем дальше. Пошли, следующий раунд. Нет, нет, нет. Теперь незнакомец, твоя очередь. Вернее, хейтер. Окей. Что он делает? Он ей так навредит! Не переживайте, все нормально! Я вру, все ненормально, можете переживать. Помогите! Помогите! Она здесь! Ух ты! Ух ты, а наш-то незнакомец нашел-то за короткое время, что и профи. Че, блин? Ну вот, блин. Ну, я думаю, можно переходить к следующему раунду. Ты же готова? Нет, мне достаточно! Ну и молодец! Я же сказала нет! И ее нет! Второй раунд! Перед вами лабиринт! И где-то в нем ваша подруга тоже сможет найти ее за минимальное время. Мне совсем это не нравится! Эй, ребята! На этот раз она может говорить, но она так далеко, что вы на этот раз не слышите. Первый, как обычно, начинает ну. Ну тут все просто. Надо залезть наверх и посмотреть, где она. Тут вообще ничего не видно. Есть еще один вариант. Пойду ее искать. Ну это же лабиринт, ты зайдешь и забудешься. Я найду Ксюшу, она мне подскажет, где выход. Твоя голова. Ага. Так, стоп. На это и рассчитан лабиринт. Ха, хитрец. Чего? Меня просто так не проведешь. Вот, веревочка. Я пойду по веревочке и найду дорогу обратно. Ха, а думали, что я тупой? Да. Что сказали? Вперед, ну, у тебя время пошло. Ой, да, я побежал. Вызывай хейтера дога. Вызывай хейтера дога. Ты знаешь, что делать. Вперед. Ксюша, ты где? Ксюша! 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 Помогите, помогите! Не поняла. Ну что, ну, вернулся без результата. Ну и где ваша подруга? Ты не прошел задание. Молодец. Теперь твоя очередь, профи. Теперь моя очередь. Я буду использовать дрон-спутник. Ух ты, круто. Откуда он у тебя? Да, профессор Даня подогнал.
Ну, запускаем. Эй, так нельзя! Почему? В правилах не сказано. Иди сюда! Слушай, сюда. Пора активировать план Б. Вперед, по короткому пути. Ага, есть. Ну вот и лабиринт. Пойдем по радарам. Я с тобой, эй! Мы почти у цели. Еще немного, она где-то рядом. Маска хейтера! Ксюша! Ксюша! Это были хейтеры! Вот мы дураки! Ксюша!